Привет, дорогой зритель. Блин, где-то ножичек был у меня. Да что ж такое, неподготовленный сел. Что-то упало, все пропало. Панда продолжает удивлять. Да, значит, ну, так как у них доставка вся бесплатная, заявляется, поэтому ты никогда не знаешь, чем тебя отправят, как тебя отправят. Не взяли, отправили ЕМС. С одной стороны, казалось бы, надо было бы радоваться в этой картине по самой не балуйся, но на выходе мне не радостно по одной простой причине. Они заявили, что это M8 Lite 464 и стоит $190. Ну, то есть, вот эти вот там две посылочки. Нет у меня калькулятора под рукой. Там $380. Ну, то есть, это уже там на 20 с лишним тысяч, да, то есть как бы, а у нас, напоминаю, лимит сейчас там 500 евро, это там 40 чем-то тысяч. Ну, а помимо прочего, есть такие вещи, как коммерческая партия. Ну, скажу еще, берете посылку, всегда ее посматриваете. Вот я ее посмотрел, и вот здесь вот она была так вот сорвана. Я ее приоткрыл, я увидел, что там внутри все хорошо, да, поэтому как бы я был спокоен. Видимо, это просто нечаянно там порвалось. На самом деле, ничего здесь не открывали. Из-за того, что шло в коробочках, пришло все без проблем. Чин-чинарем, целенькое. 4.64, все как и обещали. Mi 8 Lite. Запечатанное, новое. А вот здесь вот, давайте поправим чуть камеру. Вот так вот, чтобы вам повиднее было. Я пока не знаю, что. Но подозреваю, что все хорошо. Да, видите, вот пломбочка на месте. Все запечатано, все чин-чинарем. Немножечко коробочку пошоркали. Но, надеюсь, не убили. Оп! И, как ни странно, еще один Mi 8 Lite. Целехонький. Прям вот вообще вот без каких-либо повреждений. Прибежал. Опять же глобалочка. Опять же 4.64. Бежит у меня их еще достаточно большое количество. А товар у меня это регулярный будет. Немножко на нем заработаю. Так тоже бывает. Поэтому если надо, группа во ВКонтакте, описание, ссылочка есть. Можете у меня заказать. Также положил ссылку на Тмол. У них сейчас купон. С использованием купона вы можете его заказать с бесплатной заставкой за 15 тысяч рублей. У меня он будет стоять 14 тысяч рублей на 1000 дешевле, но у меня доставка 350 рублей, поэтому разница будет 650. Вот примерно вот так. Панда на самом деле работает, но цен там хороших уже нету. Как шлет, хрен его поймешь. Что приходит, непонятно. Защита отвратительная. Пандой не пользуйтесь. Вот от слова совсем. Не ведитесь на эти скидки, их уже там нет. Вы опоздали. Ну, может быть, там на следующий Новый год они будут. Хотя, скорее всего, раскрутятся и их не будет. За сим все. ФОПа, да, привет. Наконец-то можно спать, а не отлавливать хорошие цены, скидки, ну и так далее. Всем пока. С вами был я, Михаил, канал Картавый Блогер. Ну так, мельком просто заснял, чтобы, ну, вдруг там кирпич какой пришел.